Привет! Сегодня мы с положительными новостями. Наш оперштаб вещает практически 24 часа в сутки. Мы публикуем самые какие-то актуальные новости. И сегодня я вам хочу рассказать о каких-то положительных тенденциях на нашем рынке. И несмотря на то, что с момента предыдущего видео прошло всего лишь 2 дня, но действительно рынок на сегодня настолько динамичный, что 2 дня – это уже как целая жизнь. О положительной новости я хочу начать с курса валют. Несмотря на то, что он сейчас действительно не самый лучший и, я бы сказал, даже ужасный, но тем не менее он хотя бы стабильный. И последние 4 дня Банк Приморья фиксирует курс 1:1, и это уже какое-то понимание того, за сколько денег нужно покупать машины на аукционе Японии, если такая необходимость имеется. Последние 4 дня мы видим эту тенденцию, и на сегодня она сохраняется, что ЦБ держит плюс-минус одинаковое значение курса иены, что Банк Приморья при SWIFT-переводах. И также пришли положительные новости о том, что нету никаких лимитов на переводы денег по SWIFT, о которых мы слышали ранее, то, что ограничивались 5000 долларов на переводы денег в Японию. На сегодняшний день нет таких ограничений. Если вы переводите юридическому лицу оплату инвойс за какой-либо товар, в том числе автомобиль, то нет никаких валютных ограничений, соответственно, можете перевести миллион и 2 миллиона йен, если это имеет смысл. Это будут буквально новости сегодняшние, и к чему я это все веду, и откуда у меня такая информация. Сегодня мы купили свой первый автомобиль в марте, это действительно какое-то чудо, поэтому у меня сегодня улыбка на лице и настроение неплохое. Мы купили первую машину, это Nissan Note E-PAR с пробегом 20 тысяч километров, аукцион оценка R, у него было что-то заменено по ходовой части. Это Middleist, 20 тысяч пробега, гибридная машина 18 года выпуска, то есть максимальная комплектация, зайдет она сюда на сегодняшний день 1 200 000 рублей, что примерно на 150 тысяч рублей ниже рыночной стоимости, то, что сейчас мы видим на Drom.ru. Низкий пробег, максимальная комплектация, свежий год выпуска, и это действительно машина, которую вы купили и понимаете ее историю, и на сегодня это имеет достаточно весомый смысл, и это вызывает у меня улыбку и повод какого-то маленького оптимизма. Сегодня был произведен платеж за него в Японию, здесь вы видите подтверждающие документы с датами, платеж был принят, обработан, заплачена стандартная комиссия, которая была до этого в Банке Приморья по курсу там примерно 1:1. То, что курс валют я напишу вот здесь, я не могу держать это все в голове. То есть на сегодняшний день, в принципе, оказывается, можно покупать. И в нашем телеграм-канале мы публиковали сегодня интересные модели к покупке, которые продаются ниже рынка. Тот же, например, Toyota Land Cruiser Prado на сегодняшний день можно привести практически 1 000 000 рублей ниже рыночной стоимости. Это достаточно интересный, серьезный офер, и прошло буквально 2 дня с момента о том, как я говорил, что покупать мы не рекомендуем. В принципе, этот путь и эта идеология, она сохраняется. Это до сих пор является нашей рекомендацией к тому, что не нужно, если вы не понимаете всех рисков, совершать покупки валютные на сегодняшний день. То есть эта позиция остается такой же. Но, как вы видите, есть клиенты, которые готовы брать на себя риски и понимают их, и отправляют и делают ставки с полным пониманием того, что сейчас происходит. Потому что вещаем мы практически каждый день. Наш своеобразный оперштаб работает в круглосуточном режиме, и мы публикуем ролики с актуальной информацией, как только она начинает появляться. То есть, не понимать, что сейчас происходит, являясь клиентом нашей компании, практически невозможно, потому что я записываю эти ролики практически каждый день. Поэтому есть клиенты, которые готовы эти брать риски на себя, и при этом потенциально можно заработать те же 150 тысяч рублей сейчас при условии розничных расходов. Это достаточно интересный оффер. Но если вы до сих пор выбираете позицию переждать, и в принципе я вас понимаю и тоже советую это сделать, то вы в принципе тоже можете просто наблюдать за тем, что происходит, с таким же интересом, с каким наблюдаю за этим всем я. Но есть люди, которые готовы совершать такие покупки, и в принципе мы коммерческая организация, мы не имеем себе права отказывать людям, когда им действительно нужно эти деньги куда-то присвоить, потому что многие на сегодняшний день не согласны сидеть с рублями на руках и ждать какого-то чуда, возможно, в дефолта или, не дай бог, девальвации. Но об этом мы поговорим не на этом YouTube-канале. Собственно, вот такие положительные новости. Это не может не радовать, что переводы есть, ограничений нет,
курс валют более-менее понятный, выгода при покупке с аукционов Японии до сих пор сохраняется, несмотря на всю сложившуюся ситуацию. В принципе, все подтверждения мы вам присылаем. В телеграм-канале вы можете быть с нами на связи наиболее близко и получать актуальную информацию по интересным вариантам на сегодняшний день. Обязательно перейдите и подпишитесь, потому что сейчас он достаточно живой, люди общаются, я записываю голосовые сообщения, выкладываю какие-то обращения и так далее. То есть в телеграме на сегодняшний день действительно очень много контента, потому что с инстаграмом, ну, пока действительно сложно. VPN и Роскомнадзор активно блокирует. Но это не все. Несмотря на то, что мы стараемся вещать в постоянном формате и всегда оставаться на связи, все равно среди наших клиентов есть какое-то недопонимание у некоторых людей. Я это вижу там по комментариям, я стараюсь оперативно это все реагировать и связываться с людьми. Мы уже решили одну такую ситуацию, что человек что-то не понимал. Я с ним связался, все объяснил, и, в принципе, мы достигли какого-то компромисса. Это нормально, наверное, в период, когда проходят подобные какие-то непонятные операции, и действительно мы сейчас с вами в уникальном событии находимся, когда никто не знает, что делать, в том числе и я тоже не всемогущий, поэтому, естественно, какие-то недопонимания могут возникать. Я их готов решать без проблем, мы ни от кого не прячемся, мы все свои обязательства выполним и выполняем. Здесь я оставляю номер телефона, по которому вы можете связаться со мной, написав WhatsApp, я разберусь в вашей ситуации и дам вам четкий прозрачный ответ, если он необходим. Вот, поэтому отсиживаться никто не планирует. Здесь мои контактные данные, вы можете связаться и задать вопрос мне лично, если у вас есть что спрашивать, если, например, наш логист недостаточно четко вас сориентировал. Никаких проблем с этим нет. На сегодняшний день это, наверное, все, что я хотел сказать. Это действительно, наверное, первое положительное видео за последний день. Мы будем продолжать делать видео экстренное, срочное, если это будет необходимо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на этот YouTube-канал. Здесь мы стараемся освещать все новости оперативно, что касается импорта автомобилей с аукционов Японии, таможенного оформления, да и в принципе ситуации в стране. Это сейчас актуально. Давайте держаться вместе, все ссылки на социальные сети указаны в описании под этим видео. Будьте здоровы, друзья, берегите себя, все будет хорошо, прорвемся. Пока.